Всем привет! У нас сегодня воскресенье, я решила испечь пирожки. Вот такие вот пирожочки у меня получились. Я потом покажу, какие они на взломе. А вот, в общем, вот здесь у меня в сковородке жарится следующая партия. Так, начинка у меня на пирожки из легкого с рисом. Я вчера отварила легкое и, в общем, с утра отварила немного риса, перемолола. Легкая в мясорубке. И, в общем, смешала, посолила. Вот такая у меня начиночка. Вот. И, в общем, и тесто у меня вот такое вот жидкое. Вот я такое крутое не стала делать. Жидкое. Мука у меня есть. Я просто сделала. Я вспомнила раньше, какие пирожки пекли. Вот прям вот такое вот тесто. Я решила испечь такие пирожки. У меня еще осталось вот столько фарша. Я не знаю, там тесто еще, наверное, на 6 пирожков осталось у меня. Ну, может быть, чуть больше. Ну, придется, в общем, тарелочку брать и в холодильник. Если что, потом еще испеку. И вот у меня вот этот жир. Я не стала его перекручивать. Что-то очень жирно будет. Всем привет! У нас сегодня 23 марта. Пришла зима опять. Да, Бима? Вот. Вот так идет снег. А это я. Всем привет. Я иду к кроликам. Прям вот снег хрустит под ногами. Температура холодная. У нас сено закончилось. И вот муж вчера ходил на болото. Нарезал вот немножко веточек кроликам, да нарезал осоку. Вот. На сено закончилось. И там. Я хотела в воскресенье забить уже борова. Мы кормим кроликов. Перескакиваю с одного на другое. Вот, я им насыпала зерна. Попозже чуть водичку дам. Воды еще не давала. Вот у нас 12 кроликов. Нет, 11 уже осталось. Мы одного зарезали, скушали. И что-то я не снимала. Он на 3 килограмма у нас вытянул. Где-то вот такой вот большой. Вот это самец. Он уже старый у нас. Вот. Я хотела в воскресенье забить борова, чтобы забили мои домочадцы. Но такой холод, не хочется ничего делать. Очень холодно. Вот. Еще заболеем. Вот. И мы не стали. Ну, в общем, вот такая у нас пришла зима. Вот так вот вьюжит. Вот уже, смотрите, замело. Вот. Ну, в общем, не знаю, наметет, не наметет. Ну вот, градусник показывает минус 4. Мне кажется, побольше, потому что что-то холодно. У меня курочки в сарае. Когда было тепло, я их выпускала на уличку. Они у меня начали нестись. Вот сегодня я одно яйцо взяла, вот второе яйцо. По 2 яйца в день у меня сейчас несутся. Я хотела показать борова. Вот, у меня закончилось сено. Я уже вчера ему старую тряпку бросил, чтобы мокро не было, чтобы было ему где спать. Вот, уже и картону бросила. А ты что мне сегодня не докушал? Я его покормила. Осталось. Вот кожурки вареные, не хочет кушать. Я вчера сварила. В общем, вот как сказать, с какой стороны. Ну, вот такой вот у нас. Боров. Я не сказала, что он такой. Но я как его. Мы специально его кормили, чтобы много сала не было. Мы хотим мяса, чтобы побольше мяса было. Поэтому, в общем, я вот так кормила, чтобы это. Как, а то вот такое вот сало один раз муж купил, принес. Ну куда это одно сало, когда плохо? Вот. А так котлеточки пожарить можно. В общем. Вот такой вот у нас боровочек. Господи, как его показать? Вот
он упрется. Да. Стороны бы его показать. Ну, в общем, вот такой у нас барабанчик. Вот. Сверху снимаешь, кажется худой. Вот. Тюня. Сейчас попробую отсюда его снять. Вот такой вот. Тут в сарае тоже холодно. Так, такого тепла нет. Вот. Ну, в общем, мы хотим его забить на мясо. Я купила морозилку. Взяла в кредит, специально ездила, потому что, ну, кормить его сейчас не стоит. Вот он. Кормить его сейчас не стоит, потому что он же большой. Мы хотим его зарезать. И, в общем, ну, если посмотрим, если что, взять опять маленьких поросят и опять выкормить на мясо. Вот сверху снимаешь, он кажется худым. А вот он у меня сбоку. Вот. Вот такой вот боровочек. Сено закончилось, на подстилку нечего стелить. Ну, пока вот где он спит, что, ножку подвернул. Вот мокро было, он поскользнулся и подвернул ножку. И вот захромал вчера. Я уже вот сегодня ему вот бросила, вернее, вчера вечером бросила ему вот картону, чтобы ему это не скользко было. Вот. И вчера только вечером у него почистила. Ну, в общем, вот такие вот наши дела. Хотели его зарезать, а он, а на улице метет, холодно. Вот, ну, в общем, решили в субботу в эту. Ну, в общем, посмотрим. Ну-ка, пройди, я посмотрю. Хромаешь ты или нет? Ну, пройди. Что-то мне показалось, что ты хромаешь. Ну, пройди маленько. Да нет? А нет. Да, хромает что-то на ножку. Хромает на ножку что-то. Скользко было, он ножку подвернул, наверное. Вот такой вот боровочек. Кастрированный. Мы его кастрировали. Кастрировали сами. Вот. Как я уже сказала, я купила, значит, морозилку. Морозильник. Морозильник Беко. Вот, с дисплеем. Стоит он 28 тысяч. И я его взяла в кредит. Вот такая вот. Он мне, в общем, понравился. Вот. Я быстренько, долго не буду показывать. Закрою, он работает. Я тут немножко положила. Вот, попробовать как. Вот. Показывает минус 18. Сейчас вот это градусы, значит, как погаснут. Вот. А это энергосберегающее. Стоит значок, он все время горит. Вот. В общем, с покупочкой меня. Мы когда Борова это зарежем, в общем, я сложу все мясо в этот морозильник. Ну, что влезет, я думаю, влезет. Вот. Ну, там мы еще сало посолим, может быть, окорок сделаем, сляжек, посмотрим. Вот. Ну, в общем, вот такая у меня покупочка. Вот у меня здесь бегает наш, он уличный, с улицы. Я его кормлю уже который год, в старых видео видно. Вот дала ему лапшичку, я сегодня варила с курочкой.
такая вкусная. Вот он не ест. Он молочко вот давала, снегом замело, замерзло вот. Утром поставила. Не ест, он просит корма, а корма у меня нет, кончился. Надо в магазин идти. Ну, это, а в магазин я пойду уже после обеда. Да, Бимочка, вот. В общем, вот так у нас метет. Ну, на этом все. Всем пока-пока. Вот что. Воротит морду, не жрет. Тепленький был, вот я поставила, он не кушает, не хочет. Хочет корм, такой вот избаловался. Кушай, кушай. Кися мы его зовем, мы даже не знаем. Вот чей-то приблудный пришел, так и не уходит, на улице живет. Домой мы его заносили, он убегает, он боится почему-то. Дома не остается, и вот который год он у нас живет. На улице. Зимой, когда сильно холодно, я его в сарай заношу. Там тепло в сарае. Он у нас в сарае живет. Вот. Ну, на этом все. Пока-пока.